Делать следующее. Буквально открутить палубу для того, чтобы он просто-напросто, ребятки, вылетел отсюда. Понимаете как? Смотрите. Сейчас я вам покажу. Все, ребятки, палуба открыта. Ставим мыло еще раз. Теперь быстро убегаем. Теперь он должен упасть в воду, ребят. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра, ребята. Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы вот поиграем вот такую вот прикольненькую игрушку, которая называется «Как достать соседа 2», ребятки. Называется эта часть «Адские каникулы». Так, ну что ж, ребятки, предлагаю, ребятки, начать игру и посмотреть, что же нас ждет в этой части. Так, все, ребятки, это у нас первый уровень вот такой вот. Давайте вот загрузим его и посмотрим, что же нас здесь ждет. Так, ребятки, вот Крысюк ТВ представляет, поехали дальше. Ага, вот в правом нижнем углу, а в левом нижнем углу у нас сосед, в правом нижнем углу я. Добро пожаловать на съемки новых эпизодов сериала «Как достать соседа». Меня зовут Джо, и я здешний режиссер. В этой пилотной серии вы узнаете, как управлять нашим героем Вуди и устраивать различные пакости соседу. Удачи! Все, ребятки, нас зовут Вуди, и это просто отлично. Так, ага, давайте, ребятки, посмотрим, что же здесь. А, шкаф с инструментами заперт. Давайте посмотрим, что в этом ящике. Сейчас мне это не нужно, ага. Так, ребятки, пока что нам ничего не надо здесь. Пошли наверх. Так, наверху что у нас здесь? Нельзя вот это так выключить. Это что у нас? Ага, это продолжить игру. Вот жена, ребятки, соседа толстая, посмотрите. Похоже, Ольге нравится есть... За шаткими столиками. Одна из ножек этого стола сломана. И сейчас все, что ее держит, кусок липкой ленты. Так, хорошо. Давайте заглянем в суп. Сейчас мне это не нужно. Ага. Так, пускай кушает. Так, пока это нам не надо. Давайте пойдем туда. Или туда. Ага, туда уже выход. Так, отлично. На экране помещается только часть игрового мира. Чтобы увидеть, что происходит в других частях, подведите курсор к краю экрана или воспользуйтесь клавишами стрелками. Называется прокрутка экрана. Ага, все, ребятки, вот я смогу видеть, где что находится. А где же ее муж, ребята? Это тот пакостный сосед. Где? А ну пошли вниз, солдатик. Давай, иди, иди сюда, иди, иди, иди. Так, сейчас мы, ребятки, вот этим Вуди наделаем пакостей. Давайте вот в этот ящик зайдем, посмотрим, что там. Так, и что это я взял, ребятки? Это я взял мыло. Ага. Ага, ребятки, вот и сосед пришел. Посмотрите на него, каких он трусах. Ага, примерил он кепочку свою. Он любит, ребятки, смотреть на свою кепку, видите? И пошел он кушать. А, он опирается на стол. Все, понял. И дальше куда он идет? И дальше он, ребяточки, идет. Знаете куда? Сейчас мы с вами посмотрим. Ага, тихо, там разлил кто-то, пол мыл. Ага, он идет, ребятки, смотреть. В море. Все, ребяточки. Так, ну что ж, наше задание здесь, я так понял, кинуть мыло сюда, чтобы ему было еще скользко. Вот так вот. Все, ребятки, готово. Мы положили мыло. Теперь, я думаю, он упадет точно. Так, давайте вниз перейдем. Ребята, вот он идет, посмотрите. Отлично. Просто отлично. Ха-ха-ха. Так, давайте возьмем еще мыло, пускай валяется. Так, хорошо, а что ж одно мыло? Нам надо... Он думает, что-то думает там.
Что-то думает, но что он там думает, пока еще непонятно. Так, одну пакость мы сделали, ребятки. Давайте возьмем, посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас шпилька, ребятки. С помощью шпильки мы должны с вами, наверное, открыть замок. Замок заперт. Ага, вот, все, ребятки, отмыкаем отмычкой замок. Сейчас мы его, ребяточки, откроем с вами, и будет все круто. Все, отлично. И что мы здесь нашли? Ребятки, мы здесь нашли разводной ключ, а также какой-то там ножик. Так. Давайте теперь с вами, наверное... Я так понял. Так, где он? Пока он там. Давайте с вами подпилим, наверное, ножку стола, которая еле держится, я так понял, да? Так, а разводной ключ мне зачем? Я пока еще не знаю. Все, мы ножку стола подпилили. Сейчас посмотрим, ребятки, как он упадет. Давайте посмотрим, а? А его жена никак не накушается. Посмотрите, какая она толстая. Так, это он меряет свою фуражку. Теперь идет кушать. А жена его будет бить, ребята. Что ж ты сделал с моим столом? Посмотрите. Ха-ха, вот это прикольно в действительности. Так, ребяточки, идем дальше. Так. Ага, погнали, ребятки, откроем эту палубу. Погнали, погнали, погнали. Нам показывают, что нам нужно сделать следующее. Буквально открутить палубу. Для того, чтобы он просто-напросто, ребятки, вылетел отсюда. Понимаете как? Смотрите. Сейчас я вам покажу. Все, ребятки, палуба открыта. Ставим мыло еще раз. Теперь быстро убегаем. Теперь он должен упасть в воду, ребят. Я так думаю. Давайте мыло возьмем еще раз, на всякий случай. Теперь он в воду должен упасть, ребятки. Вы только посмотрите. Теперь он точно упадет в воду, я так думаю. Да. Все, плавает. Все, прибежал он, ребятки, аккуратно на мачту. Недоволен, как всегда. Как всегда, он недоволен, но ничего, мы должны, ребятки, с вами исправить эту ситуацию. Так, давайте мыло пускай у нас будет. Так, ага, он сейчас идет опять смотреть в бинокль. Так, а что у нас здесь? Тут ничего у нас нету. А тут что у нас? Тут тоже уже ничего нету, ребятки. Давайте пойдем наверх. Ай-яй-яй, он идет фуражку мерить, ребятки, подождите. Он возвращается. Ага, вон, я могу что-то взять с кастрюли, ребят. Сейчас, после того, как он померит фуражку, он должен уйти. Сейчас пускай он поест. Все, ребятки, он ушел. Он ушел. А мы сейчас придем и заберем что-то вот здесь, вот показывает. Можно взять. А что это? Это спагетти, ребятки. Я не знаю, правда, что с ним делать. Может, его нужно в шляпу? Все, ребята, мы спагетти наложили в шляпу. Быстро убегаем, все. Ха-ха, смотрите. Мы спагетти положили в шляпу. Теперь он эту шляпу оденет на себя и таким образом перевернет спагетти на свою голову. Отличненько, ребяточки. Ну что ж, дорогие друзья. Вот и все. Мы прошли с вами, ребяточки, этот уровень. И это просто, дорогие друзья, замечательно. Если вам понравилось, ребятки, это видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Напишите какой-нибудь комментарий под видео. А также, ребятки, если хотите, чтобы я эту игру снимал и дальше, пишите в комментариях. И подписывайтесь обязательно на мой канал, дорогие друзья.
Я люблю своих подписчиков, и я буду снимать для своих подписчиков, ребяточки, то, что вы в действительности хотите. Так что, если у вас какие-то есть пожелания, пишите под видосиками, в какие игры хотите, чтобы я поиграл. Я вас обязательно выслушаю, приму меры и будем играть вместе, дорогие друзья. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Подписываемся на канал. Пока-пока.